На развитие сельских территорий Дагестану выделено свыше 200 миллионов рублей. Денежные средства предназначены прежде всего для повышения уровня комфорта, качества жизни и обустройства инфраструктуры села. Средства предоставлены из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». За счет полученных средств в Дагестане планируется улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, обустроить инфраструктуру сельских поселений. Кроме того, часть средств пойдет на поддержку инициатив местных жителей. Напомним, что в 2016 году в республике в рамках указанной программы было введено в эксплуатацию свыше 14 тысяч квадратных метров жилой площади. Всего жилищные условия смогли улучшить около 200 молодых семей и специалисты на селе. Также были проведены работы по обустройству социальной и инженерной инфраструктуры.